еще, наверное, 13 с небольшим, потому что я вижу, люди все еще приходят. Немножко объясню, как будет все происходить. Здесь у нас в церкви будет происходить отпевание по лютеранскому чину. Примерная продолжительность плюс-минус полчаса. В середине обряда будет возможность подойти к гробу и попрощаться с Андреем Владимировичем. Можно это сделать, вот когда я буду ставлен одновременно и потом возвращаясь на свои места. Когда это можно будет сделать, будет объявлено. Сразу после отпевания мы отправляемся, ну все, кто готовы, все, кто желает, отправляются на кладбище. Там продолжится богослужение, но уже в чине погребения. И там в могиле можно будет возложить цветы. А гроб открываться не будет, поэтому просьба отнестись к этому с пониманием. Мы начнем могу в 1 минут через 5, пока вот сейчас будет желающий проститься. Я не уверен, что у нас будет все возможно. Там собраться вместе. И поблагодарить всех, кто принял участие в организации сложной организации похорон. И приход в этой разной церкви, в которой вы находитесь, и Елена Юрьевна, председатель совета прихода, и пастор, и Антон Владимирович в организации этой службы, и место на кладбище. Олегу Ковригу, который зрительный, Сережу, который помог привести его, и всех, кто собирал свои деньги, надеюсь, мы поблагодарим за собравшихся и от родственников. Библейским изречением на 25.
21 марта 1951 года, на день рождения Андрея, были слова из книги Исаии, пророчество о грядущем Спасителе. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Библейским же девизом 28 апреля этого года, день смерти нашего брата, были слова молитвы из 85-го псалма. «Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». А сейчас я предлагаю помолиться словами псалма 138. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на меня руку Твою. Дивно для меня видение Твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда уйду? Зайду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не закрыта от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Андрей, конечно, был великим человеком в мире музыки, поэтому правильно, что на сегодня, в этот день, прежде всего слышим слова песни. Одной из самых древних песен в мире, слова 138-го псалма, который мы только что прочитали. Напомню небольшой фрагмент. «Дивно для меня видение Твое», обращается псалмопевец к Богу. «Высоко не могу постигнуть Его, куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Я не так хорошо знал Андрея, хотя мы одно время довольно много общались, но, как мне кажется, очень ценной для меня была именно свобода. Свобода от цензуры, от чужого мнения, свобода от предписаний, свобода, в конце концов, от денег и от успеха, внешнего успеха. Отсюда, изнутри этой свободы и рождались его творческие порывы, его бескорыстие, его открытость, его метания, его постоянные, иногда, надо признаться, довольно причудливые, но всегда очень искренние духовные поиски. Одной из любимых песен Андрея, мы сегодня слышим эту мелодию, была песня «Beatles Blackbird» «Черный дрозд». В ней говорится «Глухой ночью, в которой поет черный дрозд». Его пение призывает найти свою
свету этой темной и черной ночи. Тост летит не к свету из тьмы, как это часто переводят, он летит к свету, сияющему изнутри мрака. О чем-то похожем говорит и автор 138-го псалма: «Скажу, но, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, как свет». Автор псалма снова и снова убегает от Бога, но вновь и вновь с восторгом обнаруживает его присутствие. Он бежит от Бога к Богу. Символом такого бегства и становится ночь, превратившаяся в свет. Вот именно через такую ночь, ночь бегства от Бога и ночь встречи с Ним, летит черный хвост из песни, которая была так дорога. Еще в Писании есть и такие слова о Боге. Господь сказал, что Он благоволит обитать вам в мгле. Бог абсолютно непостижим. У нас нет слов или чувств, чтобы говорить о Нем, чтобы как-то выразить Его тайну. Мы не можем по-настоящему Его понять. Мы способны Его лишь предощущать издали. Поэтому царь Соломон и сравнивает близость к Богу с непроглядной мглой. Но и в этой мгле скользит черный дрозд, во мгле и мраке Божьей тайны. Рождество Иисуса Христа описывается как событие, которое совершилось именно ночью. В одном из традиционных церковных рождественских песнопений есть слова: «Эта ночь нам свет дала, светящаяся ночь, сияющий мрак». И в этой ночи над яслями Христа парит черный дрозд в поисках ночного света. Умирал Христос на Голгофе. Согласно евангельскому рассказу, вокруг Христа спустился непроглядный мрак. Мрак страдания и ощущение того, что Бог его оставил, было и в душе Христа. Он воскликнул, умирая: Боже мой, почему ты оставил меня? В этом страшном мраке Бога оставленности тоже мечется в воздухе черным дрозд. Как и миллионы христиан, ища именно в этой тьме свет спасения. Божий суд. Божий суд над человеческими грехами, несправедливостью, ненавистью. Библия тоже описывает как темноту. Пророк Амос восклицает: «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет». Страшная темнота Божьего суда, тяжелый мрак человеческого греха. И через них летит черный дрозд, стремясь найти в его глубине хотя бы луч милосердия и любви. Тьмой Священное Писание называет и первобытный хаос, из которого Бог творит мир. В самом начале книги Бытия стоит: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Своим творением Бог упорядочивает этот хаос, преодолевает его темное начало. Но хаос не исчезает бесследно. Бурлящие в нем силы соединяются с порядком мироздания. Прорыв изначального хаоса в наш почти упорядоченный мир – это всегда риск.
Они могут приводить как к разрушению, так и к творческой свободе. Современный богослов Кэтрин Келлер говорит о творчестве как о танце на краю бездны, той самой бездны, которая была невидима и пуста. И над этой бездной хаоса, в первобытной тьме, танцует в полете черный дрозд, видя, как эта тьма уже светится изнутри светом Божьей красоты. Сегодня нам может показаться, что 28 апреля черный дрозд Андрея Тропилова скрылся от нас в той мгле, куда нам нет доступа. В мгле смерти, которую мы не можем ни понять, ни принять. Но в том и заключается дерзновение христианства. Оно в том, чтобы верить вопреки всему, и в этой тьме продолжается полет. И в этой тьме рождается невидимый нами пока свет. Свет свободы, любви, творчества. Свет, который и есть Бог. Дивно для меня видение Твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Аминь. Сейчас у всех желающих будет возможность проститься с Андреем. Это можно сделать, подойдя к гробу с обеих сторон. Тот, кто поступил
поступил с ним несправедливо, да молит Господа о прощении. Боже, да пребудет с нами и примет наше благодарение и моление. Господь, да благословит выхождение Твое и вхождение Твое отныне и вовек.
Кстати, не знал, вы что сфотографируете? Потому что повсюду какие-то добавки, вот он поменяет статус. Ну, это все значит. И появляется связь с педагогией. А еще он у нас играл на пианино хоралы. И он мог играть хоралы целый день. Вот, Лера, говори, она по-другому. И еще есть сотни.